доброго вам ананаса. Знаете, почему ананаса? Потому что он, человек-ананас, пришел. Вы спросите, что? Да, ничего. Сегодня у нас опять штука, смотрите. Гравелемка. Ну, то есть, опять же, задание из ПВЗ-2 китайской. И ПВЗ-2 тоже. Потому что это уже задание есть во всяких ПВЗ-шках. А сегодня, в честь нового дня, мы посмотрим новые растения. Но в следующем уровне. Смотрите, уже четыре выбранных растения. Давайте вот так, смотрите, двигается смешно. О, двигается что-то. Хэв. Так, давайте возьмем высокий орешек, чтобы эти дураки не прыгали. Давайте возьмем что? Кабачка. И улучшим его как можно сильнее. Видите, можно четверочку улучшить. Все правильно, смотрите, первые три улучшены полностью, это не совсем. Сколько ему? 17 уровень, нужен 20. Нужен 20 максимальный. Кабачок. Вместе с кабачком возьмем обычного кабачка, так. Чтобы било. У меня есть лесная штука. Орешек высокий. И давайте еще возьмем лук чесноковый. Какой лук? Какой лук? Лук. Лук! А что, вы поняли правильно? Вы не будете понимать правильно, но жалко. Как видите, не допусти зомби до линии. Головоломка, тут мини-игра, как мини-игра, режим с заданиями. Я так его называю, ПВЗ-2, и в ПВЗ-2 китайской, и в этой части, и ПВЗ-онлайн, помните, он ПВЗ-онлайн. Вы посмотрите ПВЗ-онлайн, что не смотрели все? Ну, по-разному можно проходить, как видите. Так, это не уровни несложные. Нет, не сложно. Нет. Я же сказал нет. Вот так, вот поняли? Вот. Забавная, конечно, штука. Оп, смотрите, как нажимать правильно? Не нажимается. Нажимать, знаете, куда? Я не знаю, куда. Раньше нужно было нижнюю часть нажимать, теперь нет, кажется. О, смотрите, он выбрасывает грабли. Помните грабли, которые выпадали? Откуда раньше выпадали грабли? От чего-то, от кого-то. Ох, это линия, да? Грабли, фу, это можно было покупать в ПВЗ какого-то там. Здесь просто нельзя покупать грабли. И, как вы помните, грабли просто делают что? Шмяк и все. Автошмяк. Как-то так. Давайте дождемся, пока он... О, грабли еще одни. Туда же. Надо же. Шмяк. Еще смотрите, треск по земле разошелся. Видите, должно быть еще в радиусе бить зомби как-то. Не плющить в радиусе, а бить просто. Так бывает. И снова шмяк, здравствуйте, да? Здороваться не обязательно, конечно же. Потому что что им здороваться, они же тоже зомби. Че, они же сдохли, че здороваться, здравствуйте. До свидания, надо говорить. И то они уже не слышат. Жалко, конечно. Потому что если, я не знаю, что если дойдут за линии, до линии, все как бы конец или не конец, слушайте, решать вам, не вам. Кабачок, кабачок! Дурные, что ли, а? Или я просто не получу звезды? Нет, какая звезда? Там кубок только лишь, а не звезды. Так, накопить на что-нибудь. Эй! Пускай покусают его. Он вроде может восстанавливаться, да? Какой надувной насос? Что это такое? Что это такое? А ну-ка давай ты тут восстанавливайся, шмякай снова. Может не надо, извини. Ладно. Чё так куда, смотрите. Как всё замедляется-то. Так, что у нас тут у нас? Кабачок стал мощнее, чем в предыдущие дни. Какие дни, да?
Они так странно встали. Любит они, конечно, делать уровни за звезды, за звезды. Достижение звезд любит китайские версии. Почему-то что за такие звезды? Ну, помнишь, на звездах, а? Даже сделали игру PvZ All Stars. Все звезды, блин. Бешеные, а? Звездоманы. Ну, как говорится, все звезды только там, где на небе. Ну, а где же еще-то? Вы спросите. Тут какие-то звездные коты. Так, а ну-ка, обычному раздавитесь, пожалуйста, по-обычному. Что-то перестрел, по-моему, был у меня. Посадим тоже мы его. Сегодня или позже. Да. Что у меня-то еще есть, кстати, среди растений? А, ничего хорошего. Дороже, чем в PvZ 2. Как видите. Блин, затянутые волны, да? Бульбули, все. Можно эту штуку посадить, но, скорее всего, лучше подождаться. Мне все равно не приходит. Как собирать? Никак. Монетки собираются по-обычному. Эта штука нет. Так, три стрельчики. Опа. Оба-на. Значит, пора долбить уже. Ха! Он, по-моему, даже может во время восстановления бросать грабли, да? Вы помните или не может? Не помню я. Что с ним такое? Солнышек. И солнышек дал. Так, что у нас тут сегодня? Так, вот так, все. Прыгун не прыгнет. В смысле, он прыгнул. Но это сейчас забьет ли он от кого-нибудь еще сейчас своим прыжком? Тыщ. Ну, не знаю, кто за кого забил. Сейчас, по-моему, кто-то кого-то шмякнул горошком. Они не пройдут за линию. Почему? Почему вот так она стоит? Линия тупая. Уит. Что потратил свою граблю? Можно сажать так же по краю. Ну, что? Просто. Хоть назад не стреляет туда. Вниз, ну и что? Пойдет и так. Читерство еще одно сработало. Ну, бывает, бывает. Что-нибудь еще может быть? Что-нибудь еще? А еще зомби. Батут, ананас и чеснок. Чеснок. Просто так посадим, что? Чтобы было. Блин, а в PvZ 2 поленились сделать новое выражение лица для них. Прям уже. Прям ужасно, прям. Да фу. Вибрация, кстати, производится. Отключить невозможно. Вы чё такие бешеные? Фу, да? Давай шмякай, смотри. Блин, смотри, всё равно как-то слабо шмякается, нет? Или нет? Хм. Вот ещё сажать, что ли, три стрельчики.
Ладно, смотрите, когда он спит, он может бросать грабли. Все ясно, доказано. Институтом фасадинг, фасадингович. Ну, бывает так. На самом деле, я не фасадингович. Увы, увы, вы ошиблись. Мешок деньгами. Тысячи всего лишь. Да хватит вы уже это кричать громко. Прыгун асфальтовый. Шел однажды бомжу по асфальту, помните? Ну помните. Если не помните, смотрите срочно. Найдите где и что. Смотри. Опа, что вы тут стоите? Толпитесь. Получите. Что, на брат летит? Я его не посылал. Музыка словно молнию ударила, кстати. Или что это, да? Это звук молнии ударения? А, фиг знает, поймете, не поймете. Этих бахнем. Получим супер монетки. Везде, повсюду. Совсем ужасно, да? Очнок не орех, он не лечится. Нажатием двойным на него. Давайте всех задавим. Вот так. Взглянем на нашу карточку. Давайте нажмем на кнопочку. Я не понимаю. Разработчики. Баг или не баг? Решать не вам. Нажалось, нажалось. И как видите, нам зачитали теперь 13 из 13. А сюда мы пойдем после прохождения другого мира. Итак, здесь мы тоже нужно проходить. Иди. Следующая часть. Взглянем, внимание, смотрите, называется... Сейчас я вам скажу, как называется. Заходим. Уровень называется «Ободранная лужайка». Что за фигня, смотрите, с этой картой? Вы спросите. Я ни малейшего понятия не понимаю, что, кто ободрал, зачем, что зачем. Что так долго? Ну, что могу сказать? Возьмем другого типа. Что так медленно все? Ой. Зависло, что ли, нет? Или типа плавно, красиво, да? Чего там нет? Ничего там нет, похоже, ничего. Итак, новое растение. Какое мы же возьмем? Давайте-ка используем то, что мы не могли использовать. Это дракончик. Дракончик вернулся. ПВЗ первый почему-то вернулся. То есть его там не было никогда. Конечно, он выглядит неадекватно. Похож на голову крокодила даже. Местами. Но, в любом случае, все не так плохо. Первым арбузы еще. Ледяные. Бред, зачем с дракончиком использовать? Давайте первым арбузы просто. Вот эту штуку надо взять, кстати. Знаете ведь зачем? Я тоже не знаю. Просто так. А, грибочки, конечно же. Грибочки всякие. Бочки. Ну, бочки не нужны, конечно, грибочки. Дымовичок. Ледяной. А взрывной не нужен. Этот тоже, думаю, не пойдет. Извините, что-нибудь... Прочноватую. Вот вату. Прочноватую. Ха-ха. Игра слов нет. И медленно двигается. Почему? Оно было быстро. Кажется, или нет. О, это же снова защищает штуку. Решеточку. Блин, изображение глупит. Тормозит. Извините, что за фигня-то? Ёшки-картошки. Смотрите, какая фигня. Тормозит. Давайте-ка перезагрузку сделаем. Вы уж извините, но... То есть так все нормально, а так нет. Ладно, извините. Во-во-во-во-во-во, смотрите-ка, все работает. И дергается быстро, все, во! Баговые штуки, звуки. Так. Что я брал? Тебя. И Даркона, Конга. И тебя. Все верно. Как видите, смотрите, на чем прикол лужайки. Во-первых, эта дорожка, как видите, смотрите, вот беру я, значит, опа, не сажается, написано, вы должны в горшочке сажать. Центральная дорожка, нужно горшочки делать. Все понятно? Понятно, да? А спросите, зачем? Да так просто.
Таким же образом, запрещено сажать ведь никуда. Не сажается, нет. Не сажается, вы даже вы дурак. А сюда тоже не сажается, кстати. Как видите, видите? Не сажается. Вот, вот и фишка. А вот, вот так можно делать. Вот так можно делать. Это надо запомнить, потому что в такой я покажу кое-что еще. Что там будет потом. Так, давайте стрелять, пожалуй. То нечем. А он все равно кусает, смотрите, этой штукой. Это его бусы, что ли, кусают колючие, или кто? Кто там кусает его? Ведь лечится он быстро, но долго. Ох, что эти классиковые грибочки. И прежнему вы не понимаете, что, что за фигня, почему? Ну, жойку бодрая и дорожку поставили, блин. Что такое? Почему лужойку подрали? Кто? Кто? И зачем? Кто и кто? Вопрос. Это, скорее всего, два человека сделали. Ну, сейчас мы накопим на дракончика, ждите. А как-то так. Новых зомби только боссы, помните? Здесь пока что только так. Как вы помните, горшочки можно сажать, по-моему, просто так даже. Или нельзя просто так? Не, можно просто так сажать горшочки. Вот прям сюда, прям, да, можно, да. Ведь сюда можно, и сюда нельзя. Ну что, последний горшочек. Опа, горшочек. Заплевать можно просто его, заплевать. Наплевать на зомби. Ну, потому что его заплевали уже. Так ведь вот два пара грибочка, вы помните, они уничтожают зомби сразу. Ну, как сразу. Копим, копим. О, растут, растут, наконец-то. Но нельзя продолжать останавливаться. Нельзя полосать становится, поняли? Так, все. Можно не сажать, видите, всего лишь 5 горшочков нам нужно. И, скорее всего, зомби их даже не съедят. Странная вещь. Не понимаю, зачем это кто-то сделал. Кто это, разработчики сделали? А кто же, по-вашему, еще? Никакой сложности, даже нам этот орешек не нужен. Видите, читерство летает по земле. Нельзя же зомби, растения в землю сажать, только на газон. Смещен. Вот смещение какое, да? Накопился, еще не накопился. Давайте желание выразим свое. Сажать. Выкопаем здесь его. И дракончик ждет нашего величия. Ну-ка. И дракончик сажает. Смотрите, тут он по-другому работает. Вот так. Это панфуд, типа. Он атакует только по одной линии, да? Смотрите-ка, зомби не идет, он не атакует. Странная штука. Ну, там для всех на линии, заметьте. У него он на 3 клетки вперед, а не на 2, как в ПВЗ китайской, ФЗ, как ПВЗ обычный. Ой, куда идет, куда идет, куда идет? Видите, вот так вот. Поменьше клеток атакует он. И только почему-то только на одной линии. Вот в чем смысл дракончика, если он делает только это на одной линии? Ну хоть повысили дальность его на 3, да? Удобрение вы слабо заметили, конечно же, но я сам не понял, что он делает. Они какие-то не HD-шные дракончики. Что такое? Вот HD-шный, он нет. Давай жечь. Так он не похож на себя, да? А вот тип удобрения, смотрите, видите, мощный типа. На самом деле не типа, просто тупо. Солнышки мои. Ну не чужие же. Опа! Чит! Как-то тупо, да? В следующий раз я вам покажу еще дракончика. Еще раз, для начала. Ух ты, что музыка обычная. По идее, должна быть другая музыка ночью, да? Ну, даже не ночь просто. Так, давайте-ка еще сажать. О, заметьте, смотрите, сейчас он будет сквозь пробивать, да, его, правда? В том-то дело, что нет, он бьет по двери. Или этот бьет его именно по двери. Это тупо. Так не должно было быть. О, кстати.
И еще, кстати, он не замораживается. А, потому что по двери бьет огонь. Так, тут был уничтожен. Он, кстати, опасно. Он вроде не взрывается, он... Не помню, как его там система взрыва работает. Он просто через время взрывается. Можно бы его забить сейчас. Ну, забился, все. Пока давай кусай его дверь. Что? Ладно. То есть не ладно вообще, что? Дракончика не следует есть, вот так. Он еще так тупо огонь идет, смотрите-ка. Ну, ладно. Ну, здесь дракончик не слишком мощный, как заметили вы. Хочу проверить удобрение, как будет работать. Ой-ой-ой-ой-ой, кто идет, кто зачем идет? Буль-буль-буль-буль, давайте сразу его. Дракончик не растапливает этого типа. Не растапливает. То есть это типа не огонь, типа не огненный раст. То есть огненный горошек растапливает, это нет. У нас беда. Пита. Ну, типа потом сгорят все равно. Блин, ну крадет звезду, да? Помешать на звездах. Блин, кого же спасать-то? Ах ты прячется, гад. Жди давай, да. Ну, он жжет пока что. Ну, блин, неудержимый какой-то. Или удержимый, смотрите, спасем ли его? Удобрение, да, типа? Ну. Давайте отбавляться от них. Будем дымовить. Видите, мало местечка, конечно же. Мало слишком уж. Ну а что вы, собственно, хотели? О! Хотел сказать, глинорукий, нет, это газетный. Мир достаточно необычен, но немножко легкий, потому что, ну что, мало места, иногда бывает легко. Добавить кохорохко. Давайте освободим место для льда. Давайте огнем тихонько их ледяных бить. Слушай, так я могу огненных дракончиков, если ледяными арбузами пользоваться. Дракончиками. Да смысл дракончиком пользоваться, если они все равно слабоватые. Опа, удобрение, сейчас они сами зажжут. Зажгут, сгорят. Тупончик какой-то, тупончик просто, ну. Вот и все на сегодня. А продолжение, по-моему, Миниграда лишь у нас. А потом всем пока. Пока всем пока. Но не потом.